по номеру 28К по конечной остановке проспект маршала Жукова. Желаем вам приятной поездки. Осторожно, двери закрываются. Следующая остановка. Медицинский центр имени Бурназяна. Проезд в городском транспорте только в масках и перчатках. Пожалуйста, не снимайте средства защиты до выхода из транспорта. Следующая остановка – детская поликлиника. Уважаемые пассажиры, напоминаю, что во избежание травм пассажирам необходимо держаться за поручни не только во время движения, но и при отправлении трамвая от остановки. Следующая остановка. Улица Живописная, дом 50. Уважаемые пассажиры, напоминаем вам о необходимости бережно относиться к подвижному составу. В салоне трамвая ведется видеонаблюдение. Только в масках и перчатках.
Пожалуйста, не снимайте средства защиты до выхода из транспорта. Осторожно, двери закрываются. Следующая остановка. Улица Рогова, стадион Октябрь. ГУ «Мосгортранс» приглашает жителей Москвы и Московской области старше 21 года, имеющих образование не ниже среднего, на работу по профессии водитель автобуса, водитель троллейбуса, водитель трамвая. Социальный пакет, ежегодный проезд на городском пассажирском транспорте, вид и график, работа в районе места жительства. Возможно обучение, а также профессиональная переподготовка. Подробности по телефону 8-495-950-40-40. 8-495-950-40-40. Рогова, стадион Октябрь. Осторожно, двери закрываются. Следующая остановка. Бассейн, улица Паршина. Дорогие москвичи, из-за тесного контакта с другими пассажирами и длительного нахождения в транспорте существует высокий риск заражения коронавирусом. В Москве наблюдается рост заболеваемости и госпитализации. Управление Роспотребнадзора по городу Москве просит: носите маски и перчатки, соблюдайте дистанцию и пользуйтесь санитайзером. Берегите себя и окружающих пассажиров. Паршина. Осторожно, двери закрываются. Следующая остановка. Улица Маршала Тухачевского. В городском транспорте временно приостановлен проезд по социальным картам для людей старше 65 лет и имеющих хронические заболевания, а также студентов вузов, переведенных на дистанционное обучение. Берегите себя. По возможности оставайтесь дома. Маршала Тухачевского. Осторожно, двери закрываются. Следующая остановка.
проспект Маршала Жукова, конечная. Проезд в городском транспорте только в масках и перчатках. Пожалуйста, не снимайте средства защиты для выхода из транспорта. Проспект Маршала Жукова, конечная. Уважаемые пассажиры, трамвай прибыл на конечный пункт маршрута. И вы, пожалуйста, не забывайте свои вещи. Нам нужно было бы, чтобы вы были в порядке.